Друзья, добрый день. Как меня слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поставим от 1 до 10. Как звук? Не фонит? Меня слышно? Евгения, спасибо большое за обратную связь. Все хорошо. Ну, тогда давайте будем начинать. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Терентьева Любовь, директор компании «Орифлейм». И сегодня у нас тема вебинара «Поддержка активности БАК». Скажите, пожалуйста, есть у вас на вебинаре новички? Все ли знают, что такое БАК? Давайте будем общаться, хорошо, чтобы мы с вами вместе активничали. Есть новички? Давайте, тогда, значит, будем говорить не на птичьем языке, а разъяснять, разукруплять, да? Итак, друзья, БАК – это база активных консультантов. Мы с вами пришли в проект «Зарабатывать деньги», и наш бизнес строится не в одиночку. Мы работаем в команде, поэтому приглашаем в нашу команду людей. И, значит, в базу активных консультантов входят все партнеры. Здесь у нас и VIP-клиенты, то есть это те люди, которые пришли на продукт, и они, как зарегистрированные покупатели, покупают продукты на сайте компании «Орифлейм». Это продавцы, это люди, которые покупают и для себя, для своей семьи, и организуют совместные покупки со своими друзьями и знакомыми, да, и любят рекламировать продукцию компании «Орифлейм». И есть управленцы, это те, кто осознанно, да, уже понимает, какие возможности есть в компании «Орифлейм», а в «Орифлейм» 8 видов дохода, и тем самым люди, которые приходят зарабатывать деньги, они ставят первой задачу научиться, как стать руководителем филиала и управлять товарооборотом, да, в своем филиале. Поэтому в базу активных консультантов входят все партнеры, о которых мы сказали. Это и клиенты, и продавцы, и бизнес-партнеры. Кто такой активный консультант? Тоже важное понятие. Это партнер компании, который делает заказы на любую сумму. Если партнер не размещает заказы, то есть не активен 3 каталога, то в следующем каталоге он переходит в категорию спящих. Фонит? Так, друзья, мы не знаем. Давайте попробуем сейчас убавить. Может, если что, убавьте у себя звук в колонке. Я сейчас попробую немножко здесь убавить. Хорошо. Так, сейчас как, получше? Угу. Ну, я буду стараться тогда потише говорить. Итак, продолжаем. Также, ну, не знаю, Евгения, что-то у меня не получается убавить звук. Где убавить? Тут нет у нас. Так. Всем остальным как слышно? Тоже фонит? Сильно фонит? Главное, что все понятно. Ну, хорошо. Тогда фонит, да? Так, друзья, ну не знаю, чем помочь. Так. Сейчас попробуем. Ну, я у себя вот тут подрегулировала. Не знаю. Так, вот сейчас как? Лучше? Или давайте попробую зайти, может, через другой. Но будет фонить.
Так, сильно фонит? Алена мне его, да? Так, ну давайте попробую сейчас переключиться заново. Так, друзья, как сейчас со звуком от 1 до 10? Напишите. Так, ну давайте буду продолжать, потому что я не знаю реально, как тут нужно убрать этот фон. Меня слышно? Ну, вижу, что что-то пишет. Все нормально, давайте, все слышно, понятно, все хорошо, продолжаем. Значит, друзья, как поддерживать активность в своей персональной группе, как поддерживать рост своих партнеров в команде? Для этого есть вот такая вот схема, да, поддержания активности в структуре. Но активность, она держится на четырех краеугольных камнях. Это, во-первых, коммуникация. Мы должны общаться в своей команде, передавать все новости, которые вы узнаете, и продуктовые, и по бизнесу. Обязательно, да, общаемся в Скайпе, в Телеграме, в соцсетях, в наших мини-чатах, да. Далее, это тренинги, обучение. Обучение у нас есть и по продукту, и по бизнесу. Тренинги проводит компания, тренинги проводят каждая команда в своих структурах, да. Также и у нас проводятся тренинги офлайн, да, на которые мы выезжаем, когда компания приглашает там лучших специалистов, экспертов, таких как Ольга Николаевна Григорян из Института питания, когда из Швеции специалисты, да, приезжают и так далее. Психологи, кто у нас еще выступают визажисты, да, и так далее. То есть обязательно нужно быть на обучающих мероприятиях. Ну и обязательно мы делаем напоминание нашим неактивным консультантам, тот, кто на какое-то время ушел, да, поэтому тоже делаем рассылочки, звоночки, да, этим партнерам. Далее, обязательно в конце каждого каталога мы в четверг проводим в 19:00 московского времени презентацию нового каталога. И тем самым мы уже готовимся к открытию нового каталога для того, чтобы была высокая активность в команде, да, для того, чтобы люди хорошо знали продукт и приглашали на возможности компании также, да, вот. Дальше, встречи, возможности Oriflame, это тоже важно, да, когда вы проводите или вживую, или онлайн. Как проходит схема коммуникации, да? Вот смотрите, все зависит от нас самих. И как правило, директор, да, он информирует своих менеджеров и ключевую команду, да. Далее каждый менеджер в своей команде передает эти новости, да, доводит эту информацию до консультанта. И также важно не просто передать информацию, но и получить обратную связь. Насколько правильно поняли информацию, кто уже работает с этой информацией, как работает. Тем самым, да, от снизу вверх идет информация, да, то есть от консультантов к менеджерам, от менеджеров к директору, да, как бы вот такое. Вот. Далее, система напоминания неактивным консультантам. У нас каталог действует 3 недели. В первую неделю, да, мы, значит, делаем напоминание, да,
сейчас, минуточку. Те, кто реактивен, один каталог, да, мы делаем напоминание на третьей неделе каталога. Да? Вот. Значит, на первой неделе каталога мы делаем напоминание тем, кто в текущем каталоге в информационном листочке стоит под циферкой 2. Да? То есть у них нет каталога, да, и важно как раз им послать ссылочку на каталог, рассказать о всех акциях, да, и чтобы они активировались, да, вот. Дальше, на второй неделе каталога мы делаем напоминание, те, кто были неактивны, да, два каталога подряд, то есть они, получается, 2-3 каталога, да, неактивны были, поэтому на второй неделе мы как раз даем информацию и для них. С помощью чего можно посмотреть, сколько у вас партнеров в ваших командах, сколько они были активны, неактивны, да, допустим. Очень хорошо помогает приложение Oriflame Business. Там вот такое приложение вы можете скачать, если на Android, то в Play Market. Значит, если у вас iPhone, то в App Store скачайте бесплатное приложение. И оно доступно с 9% уровня. То есть, если вы еще только присоединились, конечно, у вас еще нет партнеров, и поэтому что там отслеживать в этом приложении? Пользуйтесь приложением Oriflame, да? Но если вы уже и в команде имеете несколько человек, то уже, конечно, скачайте это приложение, и оно вам позволит очень легко и быстро коммуницировать, да, с этими вашими партнерами. Значит, там можно в этом приложении выставить фильтр и посмотреть, неактивный один каталог, неактивный два каталога. Удобно, что сразу там можно и в WhatsApp написать сообщение, можно, значит, на электронную почту отправить сообщение. То есть очень удобно, рекомендую. Далее давайте, значит, вот как это приложение, оно выглядит, да, допустим, смотрите, на главной страничке у вас сразу показано, да, сколько у вас активных, в базе активных консультантов, партнеров, сколько уже разместили заказ в текущем каталоге, да, если вы нажмете на серединку, да, вот внизу, давайте посмотрим, вот внизу, видите, здесь домик нарисован, это главная страничка, если вы нажмете на часики такие, ну, как диаграмма, да, такой вот кругленький внизу значок, то у вас откроется вот такое вот уже, будет написано «сфокусироваться», да, на ком. И как раз вот здесь неактивный один каталог, и будут, ниже будут неактивные два, неактивные три. То есть вот здесь уже как раз все, кто еще пока у вас входит в базу консультантов, они у вас будут отражаться. Далее, можно также, значит, через контакты, да, вот три точечки внизу, да, на панельке, когда вы видите, когда вы нажимаете, там будет у вас выбор, допустим, и вы выбрали контакты, и вы можете быстренько найти любого вашего партнера, да, ввести фамилию буквально несколько буквок, и у вас сразу же, значит, он выдаст вам все контакты, да, ну, то есть данную фамилию, вы на эту строчку кликаете, и открывается полная информация о вашем партнере. Давайте посмотрим, как. Вот видите, вот здесь как раз видно, что когда вы на контакты нажали, да, вы, на три точечки, у вас появился вот такой список: рекрутирование, контакты, уведомления, информация о бизнесе. То есть там, ну, информацию о бизнесе сейчас посмотрим еще дальше, да, что, какие пункты входят в этот раздел. Вот. И, допустим, навели вы на партнера, да, и открывается вот такая страничка. Если партнер уже загрузил фотографию, то будет с фотографией, если нет, то просто будет цветной фон. Дальше будет показано, сколько у партнера в базе активных консультантов, да, сколько у него личных баллов заказ, да, сколько в
текущем каталоге. Можно перелистнуть там, допустим, вторая страничка, там, если вправо пальчик сдвинете, у вас будет показано, сколько в прошлом каталоге, какой объем продаж был, сколько у него было партнеров в команде и так далее. То есть можно сравнить, да, результаты прошлого и текущего каталога. Очень удобно, рекомендую пользоваться. Дальше, если вы нажимаете в выборе «Информация о бизнесе», то очень удобно сейчас, да, что компания как раз вам показывает, сколько новичков у вас присоединилось, да, в каталоге. Оно будет светиться зеленым цветом, допустим, если у вас пришли новички в команду, да. Сколько человек покинули премьер-клуб? А нам важно стараться, чтобы у нас, наоборот, присоединялись люди в премьер-клуб. И мы с вами поговорим, как это работать, да, над активностью и таким товарооборотом. Ну и дальше. То есть вы можете увидеть вообще по всем параметрам. И важно понимать наш бизнес общения и здесь бизнес отношений. И чтобы вам наладить отношения, естественно, нужно быть внимательным друг к другу, да. И посмотрите, какие вот видите, допустим, юбилей в каталоге, да, у 12 человек юбилей в этом каталоге. То есть это сколько времени прошло, как присоединился данный партнер в вашу команду, да? То есть очень удобно. Дальше, вы можете посмотреть, у кого в этом каталоге дни рождения, и себе тоже сделать пометку и пообщаться, да, то есть или каждый день заглядывать в этот раздел, чтобы не забыть, да, допустим, поздравить. И так далее, да. То есть вот пользуйтесь этим приложением, и давайте поговорим, да, значит, когда вот у нас сейчас вторая неделя каталога, да, важно уже сейчас даже не дожидаться третьей недели и сделать акцент, включить колл-центр, да. Если это новички, значит, для этого вам поможет и также информационный листочек, да, вы можете им сделать рассылку о стартовой программе, показать, да, значит, какие преимущества стартовой программы, какие преимущества у новичков есть, участвуя в стартовой программе. Дальше, посмотрите, ключевые партнеры ваши, насколько они организовали личный товарооборот, кому сколько не хватает до 150 баллов, допустим, кому-то может быть до платинового премьер-клуба, да, а кому-то может быть до квалификации в стартовой программе. То есть вот здесь вашу ключевую команду вы обязательно отслеживайте, напоминайте, да, о том, что необходимо сделать. Дальше. Запускаем новичков. Если новички, смотрите у вас в информационном листочке, они еще не разместили заказ, важно активация номера. И, значит, тогда нужно созвониться или сделать рассылку этим новичкам. Об этом тоже мы с вами сегодня поговорим, как это сделать. Если это у вас потребители, да, то напомните им в чатах, напомните им на электронную почту или WhatsApp любым удобным способом, да, об акциях и подарках, которые действуют сейчас, да, текущие акции. Если есть люди, которые в информационном листочке стоят уже, знаете, как доллар такой значок, да, это люди, у которых заказ заканчивается, значит, период, когда они, если они 17 каталогов не активны, были, не размещали заказы, то в текущем информационном листочке у вас эти значки, эти люди будут в статусе иметь значок такой, зачеркнутый доллар, да, как бы вот такой S. Вот. Это тиражки, мы их называем, да, и вот этим людям нужно написать письмо с информацией, что же теряет этот человек, да. Если человек пришел уже в нашу компанию, да, он уже сделал первый шаг, так вот дайте возможность ему остаться в нашей команде, в нашем проекте. Дальше.
для подготовки, да, вот вам такая информация, сделайте скрин, и вот здесь, значит, что нужно? Скачать информационный листок, посмотреть, какие текущие акции, да, у нас действуют. Акции вы можете скачать на сайте поддержки продаж, найти раздел «Календарь акций» и прям табличку скачать. И все-все-все акции, которые есть, вы можете прям оттуда, вам напоминание такое, да. Но у нас есть направление, два направления, как, знаете, два весла, да, для передвижения в лодке, для того, чтобы мы не крутились по одному кругу, да, как говорится. Мы с вами используем рекрутинговые компании, и сейчас идет настроение в деталях, мы приглашаем новичков в команду, да. Есть акция лояльности, это как раз-таки активность, это продуктивность, мы обязательно делаем покупки, да, увеличиваем товарооборот, и за то, что мы выполняем условия, да, значит, нам компания дали подарки. И вот сейчас последний каталог, когда можно выбрать подарки по акции «Выбор за тобой». Дальше, ой, что-то у меня включилось, сейчас минуточку. Система сработала. Дальше. Стартовая программа для новичков. Есть у нас программа премьер-клуба. И здесь важно говорить о том, что выгодно быть в премьер-клубе, потому что мы получаем 10% кэшбэк. Это бонус премьер-клуба. Рассказываем о распродаже «Вау-эффект», о всех выгодных предложениях каталога. И обязательно делаем фокус на ключевые категории wellness и innovation. Рассказываем про подписки wellness, про подписку wellness life plus. Это, знаете, если работать вот именно в этом направлении, то у вас будут стабильные товарообороты в командах, да, и потому что люди, если попробовали, да, уход за кожей лица, подобрали бы им правильно, да, порекомендовали, то людям понравился этот продукт, когда он закончится, они вновь закажут этот продукт, да, они не будут экспериментировать на своей коже. И если же люди хотят быть здоровыми, красивыми, молодыми, активными, то они постоянно приобретают продукты wellness, да, кушают продукты wellness. И самая выгодная подписка — это программа Wellness Life Plus. Wellness арифметику я вам давала, смотрите записи вебинара, да, как быть здоровыми и активными, при этом зарабатывать. Там полностью все у нас дается, даются выгоды и расчеты. Дальше. Вы можете также использовать командные акции, проводить, ну, допустим, там, розыгрыш первой недели для тех, кто организовал личный товарооборот, да, розыгрыш, там, мой заказ в Новый год, день каталога, у нас был марафон предпринимательства, да, и также у нас есть клуб 500, где как раз мы предпринимательски подходим к товарообороту и увеличиваем свои заказы. И при этом, выполняя задания, после каждого вызова у нас последняя неделя идет, да, когда будет разыгрываться аромат, парфюмерная вода, там, мисс Джордани вроде бы, да, вот, поэтому вот такие акции. Московская трио, это немножечко, да, не подкорректировала. Ну, то есть разные могут быть акции ваши, внутрикомандные, там, например, конкурс «Лучший рекрутер» вы можете устраивать. И также, друзья, не забываем про мотивационные мероприятия и встречи. Сами планируем и следим за новостями, которые в команде у нас проходят мероприятия, да, и обязательно участвуем в этих мероприятиях. Ну и как, если вы скачали информационный листок, можно его распечатать, да, и делать порядки на этом листе, а можно работать сразу же, используя фильтры, да, там делать выборку из этого листочка. Итак, значит, смотрите, когда вы скачали листочек,
то, допустим, вам нужно узнать, сколько у вас партнеров в премьер-клубе, да, и, допустим, вы тогда наводите на строчку 7, да, ну, на пустую строку, и выбираете фильтр, да, ну, нажимаете кнопочку и фильтр. И тогда у вас появятся в каждом столбике вверху такие треугольнички. И у каждого столбика вот эта стрелочка, да, она позволит вам открыть и отметить те пункты, которые вам интересны. Если вам интересно, допустим, отметить тех людей, которые сделали заказы, там, разместили заказы там, на 50 баллов, да, допустим, и посмотреть, кому сделать напоминание, там, чтобы они успели заказать подарки по акции «Выбор за тобой», да, и так далее. То есть, ну, в общем, вы тут решайте сами, да, значит, по каким пунктам работать, да, отрабатывать. А вот эти вот фильтры вот выглядят так, вот они, да, когда вы нажали на стрелочку, то у вас появляются вот такие вот галочки, да, и вы отмечаете те пункты, которые вам нужны. Дальше. Мы с вами работаем в команде, у нас вертикальное построение, да, команды, и бывает так, что наши менеджеры активно начинают посылать информацию. И представьте, по своей команде, да, значит, те люди, которые просто пришли на продукт, им постоянно приходят письма, размести заказ, там, то-то, то-то, ну, то есть разного плана информация. И это немножко напрягает некоторых людей. Поэтому здесь важно договориться с командой, да, и работать с вашими консультантов в едином файле. Как это выглядит, да, настройка и делегирование, это просто лидерам нужно, там, менеджеру или директору сесть, сделать выборку, всех ввести, такой вот файл, да, и, значит, работать с этим файлом и делать отметки, кому, когда пишем, и обязательно анализировать, какой эффект от работы вы получите, да. Дальше, значит, ну вот здесь, зачем единый файл, да, мы делаем, значит, когда нет единого файла, бывает так, что про людей забывают, да, или пишут одним и тем же людям, и, или же писали тем, кто просил не беспокоить, и тогда люди вообще выходят из чатов, выходят там, ну и вообще из базы, то есть не размещают свои заказы, психанули, сказали, все, отстаньте от меня, ничего не хочу, не буду делать, да, вот. Или, допустим, забывали кому и что, когда писали. А вот когда есть у вас вот такой единый файл, да, то у вас ни один человек не останется незамеченным, у вас есть график, можно расписать, допустим, там, сколько человек, ну, допустим, разделили вы там среди менеджеров, кто-то там от 1 до 20, кто-то с 21 там по 50, допустим, прозванивает и пишет письма, кто-то дальше, да, вот, и, значит, вы, ну, как бы отмечаете, когда, какого числа вы делали эту работу, да, то есть вот это отмечайте. Дальше, контроль друг друга, здесь, ну, понятно, в Google диске вот это очень все хорошо видно, сразу видно, что сделано, кто работает, кто не работает, да, вот, из ваших ключевых партнеров. И в едином файле, да, если вот так вот работать, то здесь не получится надоесть людям, потому что вы на первой неделе там информацию послали, на второй неделе там по графику вы там другую информацию послали, да, вот, и видна всегда будет история ваших сообщений, поэтому обязательно сделайте вот такую таблицу, да, единый файл в вашей команде, что, какие активности вы проводите. Дальше, ну, про настройки активности сейчас не буду, чтобы успеть уложиться. Кому и когда пишем, да, вот смотрите, на первой неделе пишем реактивную 2 каталога, то есть в информационном листочке они у вас по циферкой 2, да, пишем про текущую акцию. Также мы на первой неделе напоминаем терминашкам, да, пишем первое их первое им предупреждение о том, что они скоро могут потерять.
свои выгоды, да, о которых, возможно, забыли совсем, да, вот. На второй неделе мы пишем неактивным три каталога и более, да, про акции и так далее. И на третьей неделе, да, плотничком работаем вообще всей командой, пишем всем подряд и терминашкам последнее предупреждение и обязательно повод для звонка, да, потому что на третьей неделе вы сами видите, как в чатах у нас кипит чат кипит поздравлениями, да, мы поздравляем с новыми уровнями людей. И также обязательно в информационном листочке посмотрите, у кого не хватает там сколько баллов там до уровня или для участия в акциях, да, внутрикомандных или там, которые акции у нас от Oriflame идут, или сейчас мы выполняем квалификацию на Турцию, да, на Анталию. Поэтому всегда лучшее средство — это позвонить, а не отправить сообщение, да, вот. Ну, в крайнем случае, голосовое сообщение хотя бы, да, отправить, если вы не дозвонились до человека. Ну, и какой эффект? Просыпаются люди на любом этапе обработки, да, около 20%. Хорошо люди, вернее, хорошо заходят внутрикомандные акции, на командные акции, когда с денежным призом там, да, всегда реагируется несколько тернашек, да, то есть бьются в командах, не уходят из базы консультантов, да, из вашей персональной группы. И лучше всего работают звонки, чем смс-сообщения. Дальше. Когда, значит, в распечатке стоит циферка 4 в статусе, да, это в последней колоночке, или вы смотрите через 17 каталогов после последнего размещения заказа, если ваш партнер находится от 0 до 6%, да, то у него вот будет стоять значок S зачеркнуто, да, как доллар. И также, если это самый высокий был уровень, да, 9% и выше, то, значит, если этот человек не размещал 34 каталога после последнего заказа, то у него, значит, будет тоже стоять такой значок. Так вот, условия терминации мы с вами обговорили. Новички, которые не разместили заказ свой активационный в течение 4 каталогов, они также выбывают из вашей персональной группы и вообще из базы данных Oriflame. Поэтому, что мы пишем этим людям, да? Мы пишем письмо. Обязательно, вот, когда вы составляете письмо, да, то вначале всегда поприветствуйте, да, установите контакт с человеком, затем, на что у вас человек приходил, там, на бизнес или на дисконт, у вас все равно, вы же хорошо владеете этой информацией, слушайте, что говорит ваш партнер, это если вы общаетесь по телефону, либо что он вам отвечает на ваши сообщения, да, вот здесь вы отрабатываете возражения и говорите о текущей ситуации, делайте предложение и обязательно, да, ну, в последний у вас обязательно должно быть такое, как сделка, да, призыв к действию. Вот. Ну, какой пример письма? Допустим, Елена, поздравляем вас с ростом. Вы менеджер 9%. Что это значит? Понимаете, пока он спал, а под ним группа активно развивалась, да, приглашала своих знакомых и человек просто, да, за это время он вышел на уровень 9% и при этом не размещает заказы, он не знает вообще о своей ситуации. Поэтому такому человеку, вот это мы обязательно пишем, поздравление, да, что он уже менеджер 9%. Товарооборот вашего интернет-магазина растет и составляет более 40 тысяч рублей. Вы можете это отследить, если зайдете в личный кабинет. Вы уже можете получать свой доход. Звоните, с уважением, Любовь Терентьева, директор компании Oriflame. Если вы менеджер, пишите там менеджер компании, да, допустим.
И обязательно указывайте свои контакты в соцсетях, в Вайбере, в WhatsApp, там, и в Телеграме, да, все какие есть у вас данные, да, вы указываете. Или же, допустим, пишите такое письмо. Юль, поздравляю тебя с ростом. Ты менеджер 18%. Всего один шаг до директора. Что это означает? Товарооборот твоего интернет-магазина растет и составляет более 200 тысяч рублей. И далее также по тексту вы просто здесь пишете. Поэтому, значит, когда вы пишете письма счастья, посмотрите, да, что эффективнее, да, вот, вам написать. Дальше, значит, вот как в информационном листочке. Желтой строкой, да, маркером, вы видите как раз тех людей, у которых в статусе стоит в последней колонке доллар, да, вот такой вот значок. Вот их мы отмечаем, да, допустим, и... Смотрите, да, во-первых, вы можете посмотреть, какой товарооборот в его организации, да, сколько человек у этого партнера вашего в команде, да, вот, уже есть, на каком уровне он находится, все вы можете здесь увидеть, да, и подготовить письмо для терминаша. Также еще у нас компания проводит акции реактивации, вы тоже их используете, да? Вот была у нас акция, это когда там тушь, когда у нас праймер, да, шел, значит, в подарок за то, что неактивный 4 и более каталога, да, партнер разместит свой заказ, он получает вот такие, такие подарки. Вы можете им посылать картиночки, да, прикреплять к сообщениям, и, значит, в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме можете, в Телеграфе можете готовить сообщение и одним кликом отправить ссылочку, чтобы он открыл, и там все-все-все будет подробно написано. Дальше. Вот еще, да, здесь это. Доброго времени суток. Вам перечислено 44 350 рублей за оказание информационно-рекламных услуг. Так написано в каждой банковской выписке раз в 3 недели. Только сумма разная. А сколько вы заработали за это время? Вам предложена уникальная система обучения. Как построить свой бизнес в интернет без стартового капитала, без рисков. Используйте свой шанс. Подробнее тут. И здесь наша ссылочка на видео, да, значит, где рассказывается о сути бизнеса и на чем мы зарабатываем, да. Дальше. Напоминаю о том, что вам предоставляется пользование личный кабинет на официальном сайте компании, корпоративная скидка 20% в интернет-магазине. До 6 октября у вас есть возможность активировать свой личный кабинет, иначе ваш номер удалится за неактивность. Вернуться на прежнее место будет невозможно. Вся ваша структура перейдет вышестоящему партнеру, и уже он будет получать с нее доход. Вы уже менеджер 15%, можете отследить это, если зайдете в свой личный кабинет на сайте компании. Если остались вопросы, пишите, звоните. С уважением, Любовь Терентьева, и контакты. Вот это вот в письме на электронную почту вы можете отправить. Друзья, как меня слышно, дайте немножко обратную связь, чтобы я поняла, что вы все внимательно слушаете, да? Ну и вот здесь примеры, да, сообщений, да, я не буду их озвучивать. Давайте дальше. Как работать с потребителями, да, как их активировать на результаты? Во-первых, смотрите, в структурах, как правило, более 80% потребителей. И важно им рассказывать об акциях и продуктовая коммуникация в чатах, да, обязательно напоминаем. Делаем рассылки, да, в наших сообществах тоже там, ну, передаем эту информацию, что обязательно важно забрать подарки по акциям, да, там, допустим, участвовать в новых акциях, рассказать о выгодных предложениях и обязательно про премьер-клуб. Вот, допустим, смотрите, смотрю в информационном листочке.
точки. Вот в прошлом каталоге была последняя возможность, да, те, кто делали заказы на 100 и более баллов, сделали заказы, они получили скидку 5%, да, бонус премьер-клуба, 284 рубля, вот выделенная строчка. Но вот здесь важно тому человеку напомнить, что выгоднее, в два раза больше можно получить бонус, если сделать заказ на 150 баллов. И вот таким людям вы тоже делаете напоминание потребителям, да? У кого-то бывает случайно, он просто получился, да, вот такой вот объем продаж, да? Он даже, может быть, и не в курсе, вы ему даже не рассказывали про премьер-клуб, да? А здесь вы можете как раз показать, что выгодно сейчас отследить, да, и войти в премьер-клуб и заработать больше. А потом еще продолжить общение с ним. И дальше посмотрите, вот здесь на примере показываю, да, что выгодно организовывать не только личный товарооборот на 150 баллов, но и приглашать людей в команду и увеличивать товарооборот в персональной группе. Тем самым вы поднимаетесь на новый уровень по лестнице успеха и получаете больше скидку за свои личные заказы и за организацию товарооборота, да? И вот смотрите, допустим, Лариса, да, она менеджер 12%, и скидка обновленная у нее прошла 630 рублей, в отличие от партнера Натальи, которая тоже так же сделала 151 балл, но Наталья, она на 3% уровне получает объемную скидку 144 рубля. Показывайте! Показывайте, хорошо? Вот анализируйте, в чаты кидайте эту информацию. Вот, на ваших планерках разбирайте, показывайте, да, все преимущества и все выгоды. Вот такая картинка, можете сканировать это, значит, да, сделать скрин. Выгода премьер-клуба. Преимущества за 150 баллов какие? Преимущества за 250 баллов какие? Обязательно, чтобы человек 17 каталогов подтверждая, да, он получил в подарок часы. И в моей команде двое партнеров уже получили часы в подарок. А сейчас компания объявила, что уже начиная, если вы уже получили часы в подарок, да, то с нового года у вас есть возможность получить в подарок планшет престижа, в котором будут закачаны все видеоролики, вся необходимая информация для работы. Представляете? Супер! Планшет в металлическом корпусе. Вот такой классный подарок будет, да? Поэтому старайтесь организовывать больше товарооборот, да? Но это для тех, кто любит рекомендовать продукцию. Здесь важно делать заказы на 150 баллов, чтобы получать доход. Но если у вас получается делать больше, делайте больше, да, и получайте больше выгод. Вот. Посмотрите, тоже так же, да, вот здесь, платиновый премьер-клуб, заказы делают там, кто-то на 250, кто-то там больше делает, там до 1000 баллов идут в такой в сезон продаж, когда новогодние праздники, когда там 8 марта, там 23 февраля, да, люди до 1000 баллов делают и зарабатывают около 15 тысяч рублей, да, доход от компании. При этом они совмещают основную работу, да, с деятельностью компании Oriflame. И ну вот здесь вот на примере, да, даже вот смотрите, 265 баллов Надежда сделала, она получает 10% кэшбэк 1400. А допустим, Татьяна сделала товарооборот на 324 рубля, она больше заработала. Поэтому, конечно, не... Получается делать больше, делайте больше. Или ставьте цели себе делать больше, если вам нужны немедленные деньги, да, немедленная прибыль. Ну и вот такие вот часики до 17 каталога текущего года. Все, кто подтвердил 17 раз, да, по 250 баллов, получают вот такой вот набор. Либо мужские часы. Здесь у вас право выбора. Также продуктовую коммуникацию обязательно, да, продвигайте как в своих чатах, так и сами активно участвуйте в чатах, в которые вас добавил спонсор. Да? Вот. Ну,
и также еще, помните, что бывает так, что потребители пришли, да, на, покупают просто для себя, но покажите, что делая заказы по 150 баллов, можно получать скидку 50% по премьер-клубу, да, и вот здесь отслеживайте, потому что это ваши потенциальные бизнес-партнеры, да, и если, допустим, смотрите, в первой строке Кузенкова Татьяна, у нее в статусе стоит, что P1, то есть она уже в прошлом каталоге сделала заказ на 150 баллов, и сейчас в текущем, да, она сделала заказ на, значит, 161 балл. Поздравьте ее, напишите, что она в следующем каталоге может эксклюзивно использовать эксклюзивную скидку 50%, да, выбрать продукт. Недостаток, да, вот у Людмилы, да, вы видите, что она в премьер-клубе, там 8 каталогов была, а в этом каталоге она разместила заказ всего на 100 баллов. Значит, ей необходимо там до 6 октября сделать заказ на еще на 50 баллов, чтобы не упустить, не потерять скидку 50% по премьер-клубу. Потому что если вы где-то пропустили, да, после того, как ну, два каталога подряд, вам надо снова сделать заказ по 150 баллов, для того, чтобы у вас была вот такая вот возможность заказывать продукт с 50% скидкой. Ну и закончился у нас уже летний премьер-клуб, он у нас был только до 12 каталога, значит, в текущем каталоге уже премьер-клуб только от 150 баллов, поэтому, ну вот, допустим, мы просматривали в прошлом каталоге, да, допустим, у кого до 100 баллов, мы доставали, да, и, значит, написали им письма там, пообщались, допустим, чтобы они отследили и сделали заказы до 100 баллов, как минимум. Это в прошлом каталоге, да, вот, делали. Дальше, давайте посмотрим. Также в платиновом премьер-клубе, допустим, да, вы можете показывать, допустим, рейтинги, да, кто какое занимает место, да, по доходам. И мы видим, что на первом месте Светлана, она сделала заказ на 863 балла. Она получила сумму по премьер-клубу 10% и объемную скидку за 9% уровень. Сложили эти цифры и получился доход 7379 рублей. Видите как? Поэтому отслеживайте МТО, да, и зарабатывайте больше доход. И пусть ваши партнеры зарабатывают больше доход. Ну, с новичками, да, во-первых, обязательно, чтобы у вас была активность в команде, то с новичками важно познакомиться. Если в вашей команде появились новички, которых пригласили ваши партнеры, а вы менеджер там или директор, то знакомьтесь с вашими партнерами, да. И важно, когда менеджер тоже там или там новичок, когда приглашает в команду, да, регистрирует, то обязательно он должен сделать промоушен своей команде и познакомить, сделать ссылки, дать ссылки на, значит, в соцсетях, на ваших менеджеров, там, допустим, директоров, да, для того, чтобы они дружили в соцсетях, знакомились друг с другом, да, вот. Дальше, запуск, успешный старт, обязательно выясняйте, на что человек присоединился, на бизнес или на дисконт. Обязательно поговорите про активацию личного кабинета, сделайте картинку, рассылку там о преимуществах участия в этих акциях, да, допустим, вот такие картинки мы посылаем, там акция «Выбор за того, за тобой», акция «Настроение в деталях», да, вот здесь все это у нас прописано, да, или важно как раз проговаривать, что
чтобы в течение 21 дня, да, новички размещали заказы. Почему это выгодно? Потому что, ну, во-первых, чтобы новичок участвовал в стартовой программе, ну, мы делаем акцент, допустим, на wellness-продукцию, на программу Life Plus, показываем, что это самое выгодное. Он автоматически участвовать будет и в стартовой программе, и он получит все подарки. И начиная с пятого шага, он может приобретать продукты уже не за 4200, а за 2940 рублей, да? И это если программа «Твоя жизненная энергия». Если это программа «Твой идеальный вес», то тоже здесь показать, когда 150 баллов эта программа, он автоматически и доход получает от всей персональной группы и от личного товарооборота. И он по стартовой программе получает подарки. И начиная с пятого шага, 150 баллов его будут стоить всего 4424 рубля. Вот. Разговаривайте, говорите, пишите. Ну и также это выгоды показывать не только новичкам, да, как говорится, но и видеть выгоды для спонсора. Здесь важно обязательно в течение 21 дня, чтобы ваши партнеры включились, чтобы они разместили свои заказы. Вот, допустим, смотрите, в рамочке выделила я, да, партнеров, у которых завтра, буквально уже 26 сентября, заканчивается квалификационный период. Она в прошлом каталоге, вы видите, да, вот здесь вот, предыдущий каталог, 27 баллов. То есть важно, сегодня я напишу сообщение, отправлю картинки, прикреплю, о том, что она участвует в стартовой программе и какие выгоды она может получить. То вот это обязательно. И еще, да, пограничное смотрю, 27 сентября у Ирины тоже там заканчивается квалификационный период. Она на 36 баллов. Значит, как минимум за вот эти два дня нужно, чтобы Ирина разместила заказ на 64 балла, да, к примеру. Вот. Дальше, вы видите, да, что партнеры обязательно, да, что они делают заказы. Смотрите, до какого периода у них квалификация и сколько баллов они разместили, да? Можно довести не только до заказа, да, важно не просто активационный заказ, но и до участия в акциях. И обо всех акциях, да, последний каталог, друзья, у нас действует программа рекрутинговая «Настроение в деталях». И накапливайте спонсорские баллы. Где их увидеть можно? Да? Значит, вы можете посмотреть в информационном листочке, да, и важно, чтобы вы накопили спонсорские баллы, важно, чтобы ваши новички в течение 21 дня сделали заказы. Да? Вы как спонсор минимум должны сделать заказ на 50 баллов в тех каталогах, когда у вас размещают новички, участвующие там в стартовой программе в течение 21 дня, в первом шаге, да, делают заказы. И в конце информационного листочка есть вот такой вот раздел, там как бы информация, да, ваши итоги в компании «Настроение в деталях» с 11 по 13 каталог, сколько спонсорских баллов. Вот у меня уже 418 баллов, и прям написано по каталожно, да, сколько баллов в каждом каталоге я накопила, да, допустим. Вы также это можете отслеживать в своих листочках, либо на сайте тоже в разделе «Мой бизнес» найти и эту информацию. Дальше. Акции будут работать, если их продвигать. Поэтому вот сегодня я получила микроволновку, друзья, хвастаюсь перед вами, да. Но до этого, да, мы в команде, прямо когда была у нас юбилейная программа, когда бытовой
экономии технику можно было всего заработать за 1 рубль, приглашая новичков и помогая им размещать заказы. В команде у меня люди получают сейчас уже сковородки, чайники, значит, несколько человек вот у меня приняло участие. И мы в чатах писали, да, то есть я им делала упоминание, писала, скачайте информационные листы, посмотрите, сколько у вас накоплено, отследите, да, там, до той суммы, которая вам нужна для подарка, да, и мы поздравляли в чатах, да, и скидывали скрины, вообще устраивали такой ажиотажик, задавайте вопросы, да и сами партнеры задают вопросы, а что нужно сделать, чтобы получить, например, там, чайник, там, или там телевизор, или еще что-то, да, вот, активно это мы все обсуждали. Ну и, значит, проводите розыгрыши, да, в своих командах, внутрикомандные. Вот, допустим, я в своей команде проводила такой вот пример, да, розыгрыша, когда в нулевой день люди размещают заказы и участвуют во флешмобе, да, то участвуют в розыгрыше 500 рублей, да, вот. Делайте картинки. Дальше, не только на продукт мы делаем фокус, но и чтобы была мотивация у ваших партнеров, да, активничать и приглашать своих знакомых, можно проводить еще акцию, конкурс «Лучший рекрутер». И мы вот в команде проводили вот такой вот конкурс, когда приглашали друзей и знакомых, помогали им оформить личный кабинет, да, и разместить заказы. И победители, это те партнеры, которые лично зарегистрировали 5 рекрутов с заказом на 50 баллов и более, да, по одинаковому количеству рекрутов рассматривался наибольший объем продаж в персональной группе. И вот такие вот были призы, да, у нас. За первое место 300 рублей, за второе место 200 рублей, за третье место 100 рублей. Ну и это гарантированные были подарки, да. Чтобы был интерес вообще еще круче, да, то еще разыгрывался суперприз, вот такой вот аппарат SkinPro, да. Но вы тут сами уже решаете, вы, если вы менеджер, директор, какие акции запускать в ваших командах. Ну, в общем, стимулирующие акции обязательно делайте. Смотрите, ваша какая цель у вас и какую перспективу вы хотите получить, да, вот. И, ну, пример вот тоже еще привела такие акции, там, допустим, чтобы у вас был увеличивался товарооборот вынос, да, допустим, в команде, вы можете, значит, тем людям, которые оформляют новые подписки программы Wellness Life Plus, да, делать, ну, вот такой вот подарок, да, выбирайте сами, какие подарки вы будете дарить. Также можно делать, допустим, акцию там счастливого дня, там в определенный день разместил заказ и участвуешь в розыгрыше там 100 рублей на телефон, допустим, да. Или вот сейчас в своей команде я запускаю на третью неделю акцию с 1 октября по 6, сделай заказ на 50 баллов и включи в свой заказ wellness-продукт, участвуй в розыгрыше омега-3, да. Вот. Дальше. Так, уже немножечко осталось, друзья. Также мы должны быть активны, чтобы поддержать активность, да, мы делаем лидерский фокус для роста наших, как сказать, партнеров, бизнес-партнеров, да. И, значит, нам важно отслеживать такие показатели, как конверсия, рекрутинг, активность, да, и рекрутинг у нас должен быть 15%, 96%, конверсия, как минимум, что такое конверсия, это переход из стартеров в рекруты. То есть сколько людей, допустим, 10 человек вы пригласили, чтобы 6 человек из них, да, как минимум, разместили свои заказы.
и активность 70%. То есть, если в вашей команде, допустим, там 100 человек, да, в директорской группе, то как минимум 70 человек должны быть активными, да, в каталоге. И вам в помощь, здесь все акции, которые текущие есть, вам в подсказку здесь как раз на скрине есть. Вот. Дальше, друзья, не забываем, что когда вы выходите на уровень директора, вы можете получать еще дополнительные премии, юбилейные, 50 тысяч рублей за новое звание, и успеваете до 14-го каталога открыть звание новое, потому что это последний каталог, когда вы можете подтвердить новое звание, да, ваше, в течение 8 каталогов и получить вот такую премию 50 тысяч рублей. Я знаю, что у нас в команде много партнеров уже получили юбилейную премию. Также с уровня директора каждые 3 недели вы можете получать бонус «Мой автомобиль». Это от 3 до 10 тысяч рублей. Представляете, как здорово? И далее, друзья, используйте новую презентацию возможности Oriflame. Ее можно скачать на сайте. Да? Есть у нас также видео ролики, используйте их в работе, да, новые видеоролики на канале Oriflame и на самом сайте вы можете найти, вот, потому что это как раз таки вам в помощь, да, для того, чтобы, если вы сами еще новичок, вы можете рассказать о всех преимуществах компании, да, используйте такие ролики, посылайте вашим кандидатам, вашим новичкам, да, чтобы они посмотрели и включились, услышали, увидели и начали задавать вопросы вам, да? Ну и как бизнес-партнерам важно проводить планирование своего результата. И планирование мы делаем снизу, да? То есть мы смотрим, сколько у нас партнеров, на сколько процентов надо вывести свои команды, да, ваших партнеров. Вот. И для этого обязательно мы коммуницируем, да? С кем, кому сколько недостает полученного товарооборота, кому сколько не хватает до нового уровня, да, и, друзья, работаем всегда. Не так, что я свою кубышку сложил, сделал свои 150 баллов, и все, мне больше ничего не надо делать. Нет, друзья, если у вас есть команда, работаем со своей командой, да, до последней минуты каталога. Вот. И отмечайте успехи ваших партнеров в чатах, на планерках, делайте красивые фотографии. Приложения сейчас разные есть на телефонах, и можете это научиться, как это делать. Если не знаете, обращайтесь, подскажу, помогу, как это можно сделать. Да? Ну, Google всегда вам в помощь. Отмечайте тех людей на планерках. И обязательно в закрытии каталога, вот в прошлом каталоге, многие команды прям в последний день устроили флешмоб, да, и тем самым, да, они собрались, кто-то там закрытие каталога пиццы, да, там кто-то арбузы там, да, допустим, в закрытие каталога кушали вместе с командой, обзванивали своих партнеров, да, и тем самым плюсы получили многие, да, это и бонус баллов в команде прибавились, это командный дух такой, это новые клиенты появились, да, когда вы делали рассылку даже вашим знакомым, да, которые еще не зарегистрированы, там, рассылку с продуктами, вот румянов шариков вообще сработало, появились новые клиенты и новые партнеры в команде, и регистрации, да, новые у нас. Но, друзья, вот такое вот командное закрытие, флешмоб, можно делать не в последний день каталога, можно также делать и в открытии каталога. И вообще каждую неделю в определенный день можно собираться со своей командой и значит, делать звоночки, да, новые звоночки. Ну и также нам помогают мероприятия в запуске новых партнеров. Партнерам сами нравится, да, участвовать в таких мероприятиях. Они понимают, что они тоже могут, оказывается, вкусно рассказывать про продукцию. Они помогают своим партнерам и так далее. И мотивационные мероприятиями у вас могут быть
быть разные, разного плана. Это и банкет директоров, и золотая конференция Пальма де Майорка, и мегафорум, и значит, сейчас там менеджерская конференция на Анталью, да, там, допустим, и так далее. Ну и, друзья, проводите бьюти-девичники. Это сейчас идет сезонная такая вот рекламная программа, да, 100% ты. Приглашайте гостей на интересное времяпровождение. Получите возможность успешно рекрутировать, продавать продукты, регистрировать новых клиентов с помощью актуального формата событийного такого рекрутирования. И на девичниках, да, какие могут быть активности? Это, во-первых, какие-то могут быть интересные физические активности, там, фейсбилдинг, допустим, да, показать, или там, если здоровый образ жизни, там, вы продвигаете, там, допустим, можно обручи, скакалки там использовать, да, вот такие идеи. Тестирование кожи с приложением SkinExpert очень классно работает, рекомендую. Сессия по уходу за кожей лица можно провести, макияж, стиль, прическа. Ну, вообще, друзья, можно устроить там моду, да, значит, это, как его... Блок аксессуаров, да, и, значит, фотосессии, все нам в помощь. Идей много у нас, у компании, у наших лидеров. Обращайтесь и вместе делайте этот результат. Ну и, друзья, чтобы вы не забывали, что нужно делать, вы можете спросить у вашего ASM-менеджера, то есть регионального менеджера от компании. На каждый каталог есть чек-лист, где прям с подсказками вам даются. Вот у меня под рукой был чек-лист 12, да, я вам как раз скинула. Это есть и как для менеджеров, так и для директоров. Прям подсказки, что как правильно считается и что нужно сделать. Да? Ну и, друзья, домашнее задание. Сейчас идет вторая неделя каталога. Прорабатываем базу активных консультантов по всему инфолисточку. Посмотрите, кто у вас ключевые партнеры, кто у вас делает личный товарооборот, да, значит, 150 баллов. Потребители, они рассказываете им про акции, неактивный один каталог, терминашки. Если у вас база активных консультантов большая, то прорабатывайте его совместно с вашими ключевыми. Это для менеджеров, да, касается. Использовать разные виды коммуникации, прозвон, напоминание, прокачка в акции в чате, запуски лотереи, письма счастья пишите и так далее. И в отчете своему спонсору напишите общий показатель базы активных консультантов, сколько у вас, да, сколько и каких действий по коммуникации, то есть по продвижению там информации вы сделали, сколько человек разбудили, и считаем не только реактивированных, но и тех, кто что-то дозаказывал. Вот такая вот работа у нас с вами предстоит, да? И, друзья, любите то, чем вы занимаетесь. Будьте уверены в том, чем вы занимаетесь, да? И действуйте каждый день. Сфокусируйтесь на самом важном, и тогда быстрее вы дойдете до цели. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Можете дать обратную связь в чате в Телеграме «Наша территория роста», чем был полезен сегодняшний вебинар. Девчонки, добрый день. Кто есть сейчас в вебинарной комнате? Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате. Алло, Люба, здравствуй. Говорить можешь?
Ты возле компьютера? Я сейчас вот зашла, там вроде ни у кого вебинара нету. Проверь, можешь проверить звук, как меня слышно? Пожалуйста. Давай я отключусь, а то я буду и там, и там. Все хорошо? Да я тоже не в курсе, не знаю. Ну да. Слушай, я не знаю даже. Я тоже не знаю, как тут настраивать. У меня с ноутбука еще вот я захожу, а с компьютера даже представления не имею, как. У меня там вообще звука нет, что там надо настраивать, непонятно. То есть меня вообще не слышно. Вот. Ну ладно, тогда спасибо. Будем надеяться, что все будет хорошо. 8 wellness. Нет, я просто проверить, как звук. Ага. Ну все, спасибо, Люб. Давай, пока-пока.